за сегодняшний день мы застали ее врасплох первый раз. Познакомься, пожалуйста, привет, с Женечкой. Она здесь главная. Женя тоже любит танцевать, да? Очень. Очень. Мы все здесь очень любим танцевать. И ты, наверное, не догадываешься, куда ты попала. Ну, куда ты попала? Давай. Танцевальный. В танцевальную студию она попала, танцевальный конечно. Мир, да. Но у нас сегодня не просто занятие, у нас сегодня целая танцевальная вечеринка в честь тебя. И чтобы ты познакомилась с тем, что такое сальса, мы танцуем сальса, бачата, латиноамериканские танцы. Для тебя это знакомые слова? Вот. Сейчас познакомлю. Давайте посмотрим, понаблюдаем за вами, чтобы плавненько, аккуратненько войти в ваше замечательное состояние. Да. Я хочу вас сразу предупредить, что здесь не все профессионалы. Слава богу. Но... Речь у нас. Речь у нас. Спасибо. Очень тонко. Ну, не такие уж они и страшные, эти танцоры, да? Пойдем, я приглашаю тебя. Давай, сейчас, давай. Просто наблюдаем за ними, повторяем, тут ничего сложного. Не бойся, не бойся. Дай мне ручки и повторяй за мной. Шаг вперед. Оп. Нормально. Смена партнерш, попробуй с дядей. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Меня Люда. И конец музыки, спасительный, возможно, для вас. Я думаю, что сальса – это такое, такой танец для всех. И если ты хочешь попробовать, мы подготовили для тебя небольшой сюрприз. И сейчас мы пойдем в раздевалку, переодевалку. Преобразим не только Люду, но и Дашу. А тебя? А я буду судьей этой потрясающей творческой активной встречи. Дорогие друзья, встречайте ярчайших участников танцевальной вечеринки в стиле сальса! Значит, сейчас у нас будут некие соревнования флешмобов. Они первыми начнут, хорошо? Выстраиваемся в шахматном порядке. Очень хорошо. Значит, механика танцевального флешмоба очень проста. Перед вами будет стоять человек. Господин диджей Баранов сейчас поставит любую композицию. Ко мне идет Людмила! Нормально. Давай! Давай, бомбу, бомбу! Давай! Все, что я умею. Так, ну, во-первых, что хочешь сказать? Огромное спасибо, да? Да. Говори. Спасибо большое за такое. Так, за такое что? За танец и позитив такой. Помимо этого сюрприза у нас есть для тебя еще один. Хочешь плакать? Плачь. Будет плакать. Уверен, это будут слезы счастья. Самая моя любимая певица – это Ани Лорак. Я. Музыку я слушаю и смотрю за ней тоже. Она очень красивая, и песни у нее очень такие. Есть песня, которая про сердце ранили. Тоже вот она такая грустненькая песня. Ой. Дорогая Людочка, поздравляю тебя с Днем Ангела. Восхищаюсь тобой, твоим добрым сердцем, невероятной красоты души. Я хочу поздравить тебя и пожелать вам с Никитой, чтобы ангел-хранитель оберегал все ваши дороги. И также найти тех взрослых, любящих людей, которые в будущем, совсем в очень скором будущем, обогреют вас своим теплом и любовью. Будьте счастливы. С праздником.
кто это? Ани Лорак. Да. Лично Ани Лорак. Твоя любимая певица. Поздравляю тебя с праздником. Ну ты хоть от счастья. Точно, да? Вот она еще, видишь, знает теперь про тебя и про Никиту и поздравляет тебя с праздником. А подарки нужны? Да, 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 да. У нас есть для тебя несколько подарков. Несколько? Да. Во-первых, есть для тебя, во-вторых, есть для твоего братика. Мы его, к сожалению, пока еще не видели. Но ты столько о нем рассказала, что лично я даже представляю, как он выглядит. Он такой хорошенький, на тебя похож, да? Мы хотим подарить ему эту развивающую игрушку. Ну, спасибо. Для развития мелкой моторики. Это да. Очень важно ему, да? Вот? Яблоко! О, чувствуешь? Ну-ка, же. Жираф! Что сразу же? Давай посмотрим. Да. Д? Д, 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 вот смотри, Д. Дом. Ему безумно повезло, что Люда есть в его жизни. Это подарок для тебя. С Днем Ангела. Спасибо. Обними дядю Максима тоже. Ну. Да всех давай. Идите все, давайте все обнимемся. Давайте. Станет большой, будет стремиться душой к свету. Маленький человек, ангел его хранит.